Волнение есть, потому что впервые в вашем городе по работе. Вот, как-то приходилось заезжать, но так, чтобы на сцене, да еще и со зрителями. Так что спасибо вам, что вы здесь. Надеюсь, не разочаровать вас своим появлением. Сегодня такой у нас сумбурный немножко день, целый марафон юмористический. Есть люди, которые уже были на Лиге смеха? А, вот они все. Голоса-то знакомые. По-моему, половина сами с Лиги смеха. Ну как, супер было или как? Да, просто они рассказывают, что было вообще-вообще, а я им как-то не всегда верю, они так приукрашивают обычно. Так вот, надеюсь, что сейчас тоже будет все супер. Сегодняшний концерт, который меня попросили покороче, говорит, так, ну, за 3 часа не выходи. Потому что там уже на пятки наступают квартал, которые сразу после меня через несколько времени уже просто рвутся на эту сцену. Программа основана на моей первой сольной программе, которая называется «100 лучших страниц». Сегодня все 100 я не успею прочесть, но сколько успею, столько успею. Вещи, которые были на сцене, часть из них на сцене не были. В общем, надеюсь, что вам будет интересны и те, и другие. Мои мысли, в общем, недолго разговаривая, буду начинать. Прямо одни аплодисменты и начнем. Хочется начать с такой темы, как лето, тем более, что оно еще в Мариуполе не до конца ушло, потому что там на севере все-таки уже попрохладнее. Лето – особенное время года, как поет Олег Митяев, лето – это маленькая жизнь, и каждое прошедшее лето оставляет в нашей памяти самые яркие воспоминания. Лично я помню каждое свое лето. Вот мне 7 лет, лето, деревня, гамак в саду, яблоки, груши, абрикосы. Расстройство желудка, рыбалка, колхозный пруд, велосипед, орленок, сбитые коленки. Под конец лета мама с фразой «Как ты вырос, и боже, это же были югославские сандалики». 8 лет папе на работе дали премию, и мы всей семьей едем отдыхать в Бердянск. Пансионат, пляж, море по пояс, водоросли тоже. Фотография с верблюдом. Такое ощущение, что это была его последняя прижизненная фотография. Картина идиллическая. Папа играет в волейбол, мама читает, а я в 20 метрах от берега с лопнувшим кругом. 9 лет, у мамы много работы, и мы с папой едем в Бердянск вдвоем. Пиво, дядя Алик, карты, женщины. Нашел 2 копейки, позвонил маме, все ей рассказал. В тот же день папа взял прогулочный катер, вывез меня на 300 метров от берега и начал учить плавать. Следующее лето, пионерский лагерь, горные флаги, барабаны, зорница, сбитые коленки, общий подъем, общая столовая, общее расстройство желудка. Пионерский костер, игры в бутылочку, первый поцелуй, обещание жениться. Ну, к счастью, вскоре после этого пионерию отменили, а вместе с ней, соответственно, и все мои обещания. В 12 лет на один день ездил с родителями в Москву. Впечатлений просто куча. Тамбов, поезд, плацкарт, вокзал, метро, Кремль, очередь в мавзолей, елки, солдаты, мертвый мужик, метро, поезд, Тамбов. 14 лет, летний трудовой лагерь, гитара, костер, первый раз попробовал алкоголь, расстройство желудка, сбитые коленки. Новые знакомства, новые друзья, матерные слова крепко входят в лексикон и проскакивают даже в письмах к маме. 17 лет поступил в институт, 5 лет пролетели как в тумане. Если из высшей математики я еще что-то помню, то как при стипендии в 60 рублей можно было пить каждый день, я при всем желании вспомнить не могу. Пары, семестры, общежития, друзья, девушки, женщины. И как результат, пусть синий, но все-таки диплом. Единственное место, куда меня с ним взяли безо всяких вопросов, это в армию. А вот после армии каждое лето как-то похоже одно на другое. Бердянск, пиво, сын дяди Алика, карты, волейбол, а в 20 метрах от берега дочь с лопнувшим кругом и сбитыми коленками. Люблю лето. Спасибо большое.